Дорогие друзья, начинаем 26-й выпуск программы «Дом культуры». Апреля 1812 года в Москве родился Александр Иванович Герцен. Русский писатель, публицист, философ, издатель оппозиционного еженедельника «Колокол», который он печатал в Лондоне и в Женеве. Александр Герцен – великая личность в истории России. Его писательская и, в особенности, журналистская деятельность оказали огромное влияние на формирование общественного сознания образованной части населения страны. Александр был незаконнорожденным сыном богатого русского помещика Ивана Алексеевича Яковлева и юной немецкой девушки Вильгельмины Гаак, дочери мелкого чиновника. Брак их не был зарегистрирован из-за сословных различий, но Яковлев очень любил своего сына и придумал для него фамилию, состоящую из двух немецких слов – Герцен, сын сердца. И хотя он не называл его сыном, а воспитанником, он дал ему прекрасное образование, поскольку юный Александр проявил ко всему незаурядные способности, ему прочили великое будущее. Так и случилось. Герцен стал молодым писателем, чьи произведения вызывали повышенный интерес в российском обществе. Роман «Кто виноват?», повесть «Сорока-воровка». Мне лично больше по вкусу его повесть «Доктор Крупов», герой которой – окружной врач, с широким кругозором и интересами, напоминающий доктора Антона Чехова, пришел к выводу, что большинство людей, считающихся нормальным, на самом деле страдают безумием, исходя из их поведения и поступков. Это очень верно подмечено и очень современно для сегодняшнего дня. Не могу не сказать о том, что органы надзора за неблагонадежными людьми обратили внимание на яркого, свободомыслящего человека, Герцена, еще в период его обучения в университете. Вокруг него образовался кружок из молодых людей, интересующихся историей, политикой, философией, литературой. На своих собраниях они не готовили перевороты или теракты. Они обсуждали пути развития будущей России, Европы. Читали свои произведения. Но, как это принято у нас в России, на кружковцев поступил донос. И все члены кружка Герцена были арестованы. Он сам сослан в Пермь, остальные по углам Российской империи. То же самое, но с еще большей жестокостью, произошло впоследствии с кружком петрашевцев, которые были приговорены к расстрелу и в последний момент помилованы. А также с Кирилло-Мефодиевским обществом в Киеве, куда входил Тарас Шевченко. Об этом я рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Перехожу к самому важному для меня этапу деятельности Герцена – журналу «Колокол», который он вынужден был выпускать за рубежом. Вынужден, потому что, когда Герцен находился в Европе, царь Николай I узнал о его связях с социалистами и приказал немедленно возвращаться в Россию. Герцен понимал, что в России его ждет арест, и игнорировал царский приказ. Тогда Николай приказал арестовать его имение, доставшееся Герцену от отца. Имение арестовали и заложили французскому банкиру барону Ротшильду, с которым Герцен находился в уважительных и деловых отношениях. Ротшильд считал арест имения проявлением беззакония и произвола и сумел использовать свое влияние на царское правительство, чтобы аннулировать этот арест. Герцен получил возможность распоряжаться своими средствами и на них организовал вольную типографию, в которой вместе со своим другом и соратником Николаем Огаревым начал выпускать свободную от цензуры газету. Сначала это была «Полярная звезда» с профилями 5 казненных декабристов. Герцен начал там печатать мемуары декабристов, запретные произведения Пушкина, других авторов. А главное, главы из своего произведения «Былое и думы», которые он писал в течение всей своей жизни. «Полярная звезда» мгновенно расходилась по России, расходилась нелегально, несмотря на противодействие со стороны органов надзора. Смерть Николая I заставила Герцена и Огарева приступить к изданию новой газеты «Колокол», газеты, которая способствовала бы ускорению перемен в России, страны, закрытой от всякой информации и правды. «Колокол» отличался от современных ему толстых газет. Он был небольшого формата, напечатан на тонкой бумаге. Всего 8 или 16 страниц. Легко складывалась эта газета, пряталась в карман, идеальный вариант для пользования и распространения. У «Колокола» был подзаголовок на латинском «Vivus voco» – «Зову живых». Это часть латинского изречения «Зову живых, оплакиваю мертвых». Живые – это те, кто слышит, кто способен бороться. В первом же номере «Колокола» Герцен обозначил три основные задачи издания. Первое – освобождение крестьян от крепостного рабства, что являлось позором для цивилизованного мира, которому нельзя было причислить Россию. Второе – свобода слова. Только правдивая информация является главным способом контроля за властью, за чиновниками всех рангов.
Третье. Освобождение от телесных наказаний. В России телесные наказания были широко распространены, особенно по отношению к крестьянству. Телесные наказания, когда человека бьют, истязают, это не только страшное унижение для него, это убийство души. Из-за этого вырастают искалеченные люди, которые готовы мириться с любым насилием над собой со стороны государства, органов надзора и бандитов. «Колокол» выходил в течение 10 лет. Вот несколько примеров его взрывной деятельности. Пензенский губернатор Панчулидзев в течение 20 лет нещадно грабил губернию и давал щедрые взятки своим покровителям из Петербурга, поэтому все жалобы на него кончались ничем. Но вот жалоба поступила в газету «Колокол», и она напечатала обширный материал с таблицами, сколько берет губернатор, кого ограбил, кого заморил. То есть он делал примерно то же, что делает сегодня Навальный, когда разоблачает высокопоставленных воров. С той лишь разницей, что император Александр II лишил этого взорвавшегося губернатора должности, в то время как путинские ставленники продолжают свою деятельность. Еще более высокой мишенью для «Колокола» был граф Панин, министр юстиции. Он был принципиальный противник отмены рабства. Крепостное право он считал особым путем России. Так же точно считает и наш современник, кинорежиссер, друг Путина Никита Михалков. А материалы про графа Панина печатались почти в каждом номере «Колокола». Граф Панин обладал громадным ростом, над которым потешался Герцен. Он писал: «В следующем номере мы повестим новые материалы против одного из главных воров России. Того, что так длинен и так вороват, что его видно за версту среди других воров, как адмиралтейский шпиль среди малых зданий». И все с нетерпением ждали новых публикаций. А Герцен их оттягивал. «У нас, — писал он, — так много новых тем, что материалы по Панину мы будем печатать в следующем номере». И так продолжалось из раза в раз, подогревая интерес публики к фигуре Панина и к его преступлениям. То есть форма угрозы иногда страшнее ее выполнения. А Панин с тревогой ждал, какие же материалы, о каких преступлениях будут опубликованы. А они публиковались, все новые и новые. И тогда Панин собирает тайное совещание своего кабинета. На нем обсуждает возможность принятия закона об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны. Под государственной тайной он, естественно, понимает свои преступления и желание их как-нибудь скрыть. Но самое интересное, что через неделю об этом тайном совещании появляется подробный отчет в газете «Колокол», где приведены даже цитаты выступавших. То есть среди участников оказался добровольный осведомитель Герцена. Тогда высокопоставленные чиновники, Панин, с позволения государя-императора, дают задание тайным службам подготовить и совершить теракт, сжечь лондонскую типографию Герцена, а самого его убить. Но и об этом становится известно Герцену, и он печатает материалы о готовящемся преступлении и о его заказчиках, что делает его невозможным, потому что в тайной полиции тоже оказался осведомитель Герцена. В России 60-х годов 19 века происходило все то же, что мы видим в сегодняшней путинской России. С той лишь разницей, что император Александр II читал все номера «Колокола» и реагировал на них. Он уволил министра Панина, в то время как наш вечный президент откровенно покрывает своих подельников, сказочных воров и негодяев, таких как Сечин, Миллер, Чемезов или преступник номер один Потанин, который отравил весь север Красноярского края и Карское море, а теперь жестоко преследует тех, кто пытается установить истинные масштабы катастрофы. Александр Герцен даже представить себе не мог, до какого падения дойдет его любимая родина. До какой тупости и невежества опустится ее население под влиянием массированной отупляющей пропаганды и деградации всеобщего школьного и институтского образования. Герцен был мудрым человеком, у которого было свое отношение к революции как средство достижения общественной справедливости. В этом он принципиально расходился с Чернышевским. Тот считал революцию единственным и самым эффективным средством общественного прогресса. Да, при революции неизбежны жертвы, но в результате общество обновляется и совершенствуется, говорил он. Рабство, возражал ему Герцен, может породить только новое рабство. Революция должна произойти прежде всего в головах у людей. Ошибочность точки зрения Чернышевского доказана нашей отечественной историей. Что касается взглядов Герцена, то их еще только предстоит осуществить. Апреля 1821 года в Париже родился Шарль Бодлер, французский поэт, считающийся основоположником эстетики декаданса и символизма,
а также тонкий критик современного ему искусства. В 50-е годы прошлого века в западноевропейском искусстве появилась целая плеяда молодых писателей, драматургов, кинематографистов, которые в своих произведениях выражали протест против ханжества и лицемерия поколения отцов, чье малодушие и мещанский эгоизм позволили буквально на глазах развиваться фашистской Германии, аппетитом Гитлера, и в конце концов привели ко Второй мировой войне. Этих протестующих авторов критики назвали «рассерженные молодые люди». Под этим термином они и вошли в историю мировой культуры. На самом деле рассерженные молодые люди существовали во все времена. Таким рассерженным молодым человеком во Франции середины XIX века стал Шарль Бодлер. Его бунтарство проявилось еще в подростковые годы. Он был поздним ребенком. Когда он родился, отцу исполнилось 62 года. Отец Франсуа Бодлер был художником. Хотел привить мальчику любовь к искусству, водил его по музеям, знакомился со своими друзьями-художниками, брал с собой мастерскую, но так продолжалось недолго. Когда отец умер, мальчику было 6 лет. А через год его мать вторично вышла замуж за военного дипломата. Это наложило тяжелую травму на характер Шарля. Он очень любил свою мать, не мог простить ей измены памяти отца, а кроме того, сам ревновал ее к отчиму, считая, что любовь матери должна принадлежать только ему. Это стало душевной травмой для подростка, отчасти объясняющей его конфликтный характер. С самых ранних лет проявилось влечение Шарля к литературе и поэзии, доходящее до страсти. Учителя коллежа отмечали неординарные способности юноши, однако его поведение было вызывающим. Он очень рано окунулся в бурную жизнь увеселительных заведений Парижа. Рано стал встречаться с женщинами легкого поведения и дурно влиял на одноклассников, поэтому его исключили из коллежа. С большим трудом Шарлю удалось сдать выпускной экзамен на бакалавра права. Отчим предложил ему заняться карьерой юриста или дипломата. Но Шарль решил посвятить себя литературе. Со мной на режиссерском курсе Ленинградского театрального института учился Виктор Надсон, правнук знаменитого поэта Семена Надсона, о котором Маяковский вспоминал, обращаясь к Пушкину в своем стихотворении «Юбилейное». «Между нами вот беда, позатесался Надсон. Мы попросим, чтоб его куда-нибудь на ща». Так вот, Виктор Надсон подарил мне только что вышедший из печати сборник Бодлера «Цветы зла» в русских переводах. Я никогда не читал стихотворение Бодлера, хотя, конечно, слышал о нем как о поэте. И тут же стал читать этот сборник. Стихотворения произвели на меня сильное впечатление. Это была страстная, изобретательная поэзия. Я решил узнать про стихи поподробнее и познакомился со статьей литературоведа в конце книги. Выяснилось, что «Цветы зла» – самый знаменитый сборник Бодлера, который наделал много шума еще при жизни поэта. Он вышел из печати в июне 1857 года, а уже в июле Бодлер предстал перед судом за нарушение норм общественной морали. Был приговорен к штрафу и к изъятию 6 стихотворений из этого сборника. Запрет на них продолжался до 1949 года, почти век. Конечно, я тут же перечитал вновь эти 6 стихотворений. Твоя краса с ее огнем, как вид прекрасный, взор ласкает. Смех на лице твоем играет, как свежий ветер ясным днем. Тебя увидевши прохожий, вдруг соблазнен в миг ярких встреч здоровьем рук твоих и плеч с их ослепительной кожей. Как в час ночной хотел бы я покорной страсти сердцем пленным к твоим красотам вожделенным скользнуть бесшумно, как змея. Следующие четверостишья рискованы для публичного чтения. В них присутствует та откровенность в описании любовной страсти, которую мы можем встретить в науке любви Овидия или в сладострастных сонетах поэта Возрождения Аретина. Для современников Бодлера такая откровенность в описании интимных отношений была абсолютно недопустима. Она и сегодня вызовет те же негативные чувства у многих людей. Поэтому «Цветы зла» – это поэзия для интимного чтения. Каждый может вступить в очень личные отношения с поэтом и вместе с ним пережить порывы пряной, жестокой страсти. А может и не пережить, захлопнуть книгу, поставить на полку. После Бодлера с такой откровенностью о любви стали писать и другие поэты. Но в этом-то и заключается роль революционера в искусстве, что он открывает новые пути и степени свободы для творчества, идущих следом за ним. В любом случае, замечательно, что мы можем открыть для себя прекрасный мир поэзии Бодлера,
поэта, который гордится Францией и считает его своим классиком. Апреля 1823 года в Москве родился Александр Николаевич Островский, выдающийся русский драматург, значение которого для развития национального театра трудно переоценить. После Гоголя он стал главным драматическим писателем, создавшим целую галерею русских национальных характеров с их узнаваемыми чертами и идеалами. Александр Николаевич Островский родился в Замоскворечье, вблизи центра Москвы, в районе, где проживало московское купечество, то есть владельцы торговых лавок, где продавались разнообразные товары. Благодаря обширной библиотеке отца Александр с детства получил возможность познакомиться с мировой литературой и почувствовал страсть к сочинительству. Однако отец хотел сделать его юристом и в 20 лет отдал его в канцелярию Московского коммерческого суда, где он прослужил 7 лет. Ежедневно перед глазами Островского проходили десятки судебных разбирательств. В них участвовали крестьяне, городские мещане, купцы, мелкие дворяне. Судили в основном несостоятельных должников или родственников, которые спорили о наследстве. Свойственные Островскому острый ум, наблюдательность и память получили здесь богатый материал для сочинительства. По ходу службы Островский написал несколько сцен из купеческой жизни. Когда ему было 26 лет, московский литературный журнал напечатал его пьесу «Картины семейной жизни». А профессор Московского университета Шевырев, тот самый, которому Гоголь поручил распоряжаться своим наследием, на собрании московских литераторов поздравил всех с появлением нового светила в драматической литературе. Литературную известность Островскому принесла его комедия «Свои люди, сочтемся», напечатанная в 50-м году в одном из журналов. Она получила благожелательные отклики таких светил литературы, как Гоголь и Гончаров. Комедия откровенно продолжала традиции Гоголя, показывая обществу зеркало, в котором то могло увидеть свой непривлекательный портрет. Действие происходит в семье замоскворецкого купца по фамилии Большой. Его дочь Олимпиада, Липочка, девица привлекательная по меркам Замоскворечья, но эгоистичная и невежественная. Она мечтает выйти замуж за благородного дворянина, чтобы попасть в высший свет. Но обстоятельства складываются так, что она становится женой приказчика отца, Лазаря Подхалюзина, человека низкого, ничтожного, который, вступив в сговор с другими мошенниками, лишает своего хозяина состояния, превращив его в нищего банкрота. Липочка при этом проявляет еще большую жестокость и равнодушие к родителям, чем ее муж. В пьесе нет ни одного положительного персонажа, как в «Ревизоре». Однако все они узнаваемы, а ситуации списаны с реальных судебных разбирательств, которые проходили перед глазами Островского в суде. Единственное, что устарело в этой пьесе для современного зрителя, это, пожалуй, язык, которым разговаривают обитатели Замоскворечья. Но язык, как известно, постоянно меняется. Что касается характеров и ситуаций, то они остаются прежними и выглядят сегодня не менее современно, чем в середине XIX века. Те же человеческие натуры, то же стремление всех объегорить, та же жадность и беспринципность. И тут возникает типичная для России реакция обиженных представителей общества, которые углядели в пьесе личное оскорбление для себя. Как это происходит в сегодняшней России с оскорблением чувств верующих или национал-патриотов, требующих запрета на фильмы, спектакли, преследование их авторов? В случае с Островским против него выступило московское купечество, задетое за живое реалистичностью пьесы. Там были влиятельные люди, которые обратились напрямую к государю-императору. В результате пьеса была запрещена к постановке, Островский уволен со службы и отдан под надзор московской полиции. Этот надзор просуществовал 11 лет, вплоть до восшествия на престол Александра II. Тогда же была поставлена пьеса. Однако, даже находясь под надзором полиции, Островский не прекращал свою литературную деятельность, не прекращал писать пьесы. Он был настолько ярок, талантлив, самобытен, настолько превосходил других авторов, что театры Москвы и Петербурга ставили его пьесы постоянно. Островский – автор комедий, которые полтора века не сходят со сцены. Но он также автор душещипательных драм, таких как «Беспреданница», «Без вины виноватые», «Гроза», «Горячее сердце», которые всегда в репертуаре драматических актрис. У него замечательные исторические драмы, посвященные истории России, а также знаменитая пьеса «Сказка Снегурочка», вторую жизнь которой дала гениальная музыка Римского-Корсакова. За свою жизнь Островский написал 57 пьес, это очень много, и половину из них до сих пор в репертуаре современных театров. Островский оставил свои рекомендации для драматического театра,
Сегодня они кажутся сами собой разумеющимися, но в его времена они, конечно, были новаторскими. Он писал: «Публика ходит в театр смотреть хорошее исполнение пьесы, а не саму пьесу. Пьесу можно и прочесть. В спектакле участвуют в равной степени как пьеса, так и исполнение. Когда и то, и другое хорошо, то спектакль интересен. Когда же что-нибудь одно плохо, то спектакль теряет свой интерес». Островский еще до Станиславского пытался добиться от актеров достоверности в их игре. «Я каждую свою новую комедию еще задолго до репетиций прочитывал по нескольку раз в кругу артистов. Кроме того, проходил с каждым из артистов его роль отдельно», – говорил Островский. Толстой, Гончаров и Чернышевский считали Островского гениальным драматургом и общенародным писателем, пьесы которого легко читаются, слушаются и запоминаются самой широкой аудиторией. Насколько я знаю, драматургия Островского малоизвестна или вообще неизвестна за рубежом. Единственная пьеса «Гроза» ставилась в театрах Европы и имела успех. Но, несмотря на это, Островский – это величайшее явление русской культуры, как и Пушкин, гениальность которого понятна только русскоязычным читателям. Кстати, высказывание Островского о Пушкине мне очень по душе, и мне хотелось бы закончить разговор о писателе именно этим высказыванием. Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть. Всякий ждет, что вот он скажет что-то мне прекрасное, новое, чего у меня нет, чего не достает мне, но он скажет, и это сейчас же сделается моим. Так о Пушкине не сказал никто. Пьесы Островского экранизировались 47 раз. Среди этих экранизаций есть выдающиеся работы, как, например, фильм «Без вины виноватые» 1945 года режиссера Владимира Петрова, где впервые блеснул своим драматическим талантом актер Владимир Дружников. Вот знаменитый монолог Незнамова в его исполнении. Господа, я получил позволение говорить, и потому прошу не перебивать меня. Гришка, говори! Не перебивать! Ну, говори! Господа! Я предлагаю тост за матерей, которые бросают своих детей. Что вы, перестаньте. Нет. Говорите. Пусть пребывают они в радости и в веселье. И да будет усыпан путь их розами и лилиями. Пусть никто и ничто не напомнит им о горькой участи несчастных сирот. Зачем смущать их покой? Они все, что могли, все, что умели, сделали для своего милого чада. Они поплакали над ним, поцеловали более или менее нежно. И прощай, мой голубчик, живи, как знаешь. А бывают матери и чувствительнее. Они не ограничиваются слезами и поцелуями, а вешают своему ребенку какую-нибудь еще золотую безделушку. Носи! И помни обо мне. А что бедному ребенку помнить? Зачем ему помнить, когда ему без того каждый напоминает, что он подкидыш, оставленный под забором? А знают ли они, как иногда этот несчастный, обруганный и оскорбленный, обливает слезами маменькин подарок? Где ты теперь? Отклик. Ну, урони одну слезу на меня. И легче будет переносить мои страдания, мое отчаяние. Ведь эти сувениры жгут мне грудь. А вот как этот монолог Незнамова аукнулся в моем фильме «Фонтан». Смотрите, кошки уходят. Вот это да. Подумать, я должна, да? Сколько лет их травили, ничего, а тут сами вышли. Да, это совсем кранты нашего дома, а? Смотри, какие коробки. Смотри, смотри.
Популярная у кинозрителей экранизация «Бесприданницы» 1935 года, снятая режиссером Протазановым, сегодня кажется архаичной и театральной. Куда удачнее версия, снятая Эльдаром Рязановым под названием «Жестокий романс». Я люблю вас! Я люблю вас! Остановитесь! Не раскайтесь! Вы должны быть моею! Никогда! Ну так и не доставайся же ты никому! Что касается картины режиссера Константина Воинова «Женитьба Бальзаминова», снятой в 1964 году, то это подлинный киношедевр. Помимо галереи превосходно сыгранных ролей, где блеснули множество актеров, этот фильм представляет собой изобретательную последовательность, придуманную режиссером, поступков, действий, персонажей, которые цепляются одно за другое, образуя непрерывную цепь, за которой со вниманием следит зритель. Этот фильм и фрагменты из него были для меня учебным пособием, при помощи которого я обучал студентов режиссерского курса. Я приучал их находить для их артистов постоянное действие, какое-нибудь занятие, чтобы артисты не изображали перед камерой чувства, не красовались и не наигрывали. В предложенном мною фрагменте гениальный актер Ролан Быков показал виртуозный уровень актерской игры, каждый раз вызывая мой восторг и преклонение. Замена! Что это с вами? Я вас жду. Ступайте, я сейчас выйду. Я Лукьян Лукьянович. Извините, Лукьян Лукьянович. Нехорошо, я... Стой, ну что это, а? Осинчук, а? Красавица, ну ладно, иди. Что это у Бальзаминов не своя тарелка? Я... Нет, это все в сторону, вы мне скажите. Вы выполните то, что обещали, или нет? Непременно. То-то, что? Стой, тихо, псалон! Давай! Ой, как отспорить, а? За покрова пошел, а что, брат? Укатали тебя? Давай, прошу. Стало быть, как договорились, да? Уж ежели я что, Лукьян Лукьянович, обещался? Ладно, рассказывайте, знаем вас. Так вот, Бальзаминов! Вам нужно башмачником нарядиться. Зачем же это? Обязательно надо башмачником, иначе никак нельзя. Я с ним договорился. Иначе как вы к ним в дом войдете? А так, позвоните у ворот, вам отворят, расскажите, я был башмачник, пришел барышням мерки снимать. Вот, а там уже все знают. Вас сейчас же к барышням и отведут. А что же потом? Что потом, вы влюблены или нет? Влюблен. Надо же вам когда-нибудь открыться. Кстати, письмо передадите. Моей дадите вот это письмо. Своей признайтесь в любви. Скажите, что хотите ее увезти. Встаньте на колени, да смотрите, не перепутайте. Моя старшая, ваша младшая. Моя Анфиса, ваша Раиса. Да, правильно. Ну, помилуйте, как можно? А вы, Лукьян Лукьянович, уж открылись? Я? Давно. Мы их, Лукьян Лукьянович, скоро увеземся. Ну, как будут согласны, так и увезем. Только бы, Лукьян Лукьянович, как бы нам не ошибиться насчет... Насчет денег? Нет, насчет этого, господин Бальзаминов, я никогда не ошибаюсь. То вы, а то яс. Они сестры, у них поровну капитал от отца осталось, понимаешь? Братья-то, давай не выдают их замуж, что им денег жаль. Ну-ка. А? Слушай, сапожник, настоящий сапожник, башмачник. А? Башмачник, смотри. Похож, а? Похож, да, башмачник, а? Эй, стой! Слушай, Бальзаминов, я тебе даже завидую, знаешь? Стой, ну-ка! Ах, красавец, стой, тебе говорят! Слышь? Ну-ка, подними! Я тебе даже завидую, Бальзаминов, понимаешь? Ты будешь разговаривать с любимой женщиной, а тоже страдать по одиночестве. Возьми письмо. Стой. Слушай, Бальзаминов, а ну как начальство узнает, что ты башмачным ремеслом занимаешься, а? А, нехорошо-с, и от товарищей тоже. А из тебя высекут, а? Высекут! Что ж это? Лукьян Лукьянович,
Я не пойду. Скажет, сами посылайте, а потом говорит, что высекут. Ну я пошутил. Понимаешь? Как шутки не понимаешь? Не перепутай. Моя Анфиса, твоя Раиса. Мне все равно. Ступай. Вот дурень-то, а? Экиолог-то воображает, будто в него влюбятся. Впрочем, если смотреть на жизнь, так сказать, с философской точки зрения, то и такие люди полезны. Кого ночью заставишь башмачником вырядиться? Это дело может мне обойтись 150 000. Пусти, честное слово, ну, послушай. Пусти, пусти. С моей точки зрения, интерес представляет и фильм-мюзикл «Вакансия», снятый по пьесе Островского «Доходное место» в 1981 году. Его сняла Маргарита Микаэлян, талантливая женщина-режиссер. Эпизод из спектакля, который «Голый король» театра «Современник» я показывал в одном из прошлых выпусков. Предлагаю посмотреть фрагмент, в котором текст Островского звучит удивительно современно по отношению к нынешней России. Случилось так, что в этом эпизоде также снялся Ролан Быков, постаревший на 20 лет, но не потерявший своего исключительного таланта. Вдобавок ко всему, он здесь еще и танцует, и поет. Ты стал посмешищем всей канцелярии. Каждый писарь знает жизнь лучше тебя. Знает по собственному опыту, что сытым быть гораздо лучше, чем голодным философом. И ему, естественно, твои слова кажутся глупыми. А мне кажется, дядюшка, что не знаю только то, что взяточником быть выгоднее, нежели честным человеком. Глупо. Глупо, мой друг. И дерзко, и глупо. Извольте, я буду молчать, но расстаться с моими убеждениями я не могу. У них единственное мое утешение. На чердаке с черным хлебом. Слабое утешение. И еще, мой милый. Выражения твои резки и непочтительны. Поэтому все мои отношения к тебе, кроме начальнических, можешь считать совершенно законченными. Так я лучше уйду из присутствия. Сделай милость. Живи как хочешь. Без поддержки. На меня не надейся. Боже мой. Поддержка будет для меня в общественном мнении. У нас общественного мнения, мой друг, нет и быть не может в том смысле, в котором ты понимаешь. Вот так. Обратите внимание на блестящую изобретательную хореографию номера. Общественное мнение. Напрасен твой расчет. Ты просто в ослеплении, наивный Дон Кихот. Имей побольше денег, имей вальяжный вид, и свет тебя оценит, и царь вознаградит. Есть твой дом, вицмундир, экипаж, есть доход, и тебе всякий рад. Остальное это блажь. Ты всегда в почете будешь, если будешь ты богат. Вот тебе простая философия. Читай свои морали про совесть и про стыд. Однако ты едва ли моралью будешь сыт. Забудешь ради хлеба возвышенную чушь. Задумаешься, где бы сорвать ты личный куш. Был бы дом, вицмундир, экипаж. Режь купоны, скупай векселя. Больше дела, меньше слов. У кого в руках синица, тем не нужно журавля. Вот тебе простая философия. Поставил этот номер талантливейший хореограф Дмитрий Брянцев.
14 апреля 1870 года в Саратове родился русский живописец Виктор Борисов Мусатов. Художник, который писал ни на кого не похожие поэтичные полотна, полные сожаления и грусти о чем-то безвозвратно ушедшем. Виктор Борисов Мусатов родился в семье бывших крепостных. Его отец, железнодорожный служащий, носил удивительное имя Эльпидифор. Поэтому отчество у Виктора было Эльпидифорович, вызывавшее всеобщее удивление. Свою двойную фамилию Борисов-Мусатов Виктор взял в честь своего деда Бориса, который был яркой личностью и оказал на него сильное влияние. Когда ему было 3 года, Виктор неудачно упал со скамейки и получил тяжелую травму позвоночника. У него стал расти горб. Проблемы со здоровьем не оставляли его в течение всей недолгой жизни. Он понимал, что судьба обошлась с ним очень жестоко и стойко переносил свое увечье, находя забвение в живописи. Он говорил: «Когда жизнь меня пугает, я отдыхаю в искусстве». Борисов Мусатов учился живописи в родном Саратове, в Москве и в Петербурге. На ученической выставке он представил ряд своих работ. Одну из них, «Майские цветы», купила великая княгиня Елизавета Федоровна, супруга брата царя. На полученные деньги художник поехал путешествовать в Крым и на Кавказ, где написал массу натурных этюдов и пейзажей. Затем он уехал на 3 года в Париж, где продолжил обучаться живописи под руководством французского мастера. Борисов Мусатов вернулся в Россию зрелым художником со своим стилем и со своей темой. Он любил заброшенные барские усадьбы, в которые для него таились образы прошлого. Поэтому в его картинах всегда присутствует легкая грусть. А кроме того, художник подарил миру образы задумчивых девушек, похожих на тургеневских героинь. Его чувство цвета, неброская красота пейзажей, прелесть романтических женщин, светлая атмосфера грусти. Это роднит его живопись, с моей точки зрения, с литературой Бунина, Чехова, с музыкой Рахманинова и в особенности Николая Метнера. Вот рассказ одного из художников о том впечатлении, которое произвела на него картина «Водоем». «Мы пришли к Виктору из мутной жизни. Мы были ослеплены красками, не понимали. Изумленные, мы сидели перед картиной и долго молчали. Стояла тишина. Виктор ходил в другой комнате. Как хорошо! Боже, как хорошо!» – прошептал кто-то тихо. И широкая струя счастья залила наши сердца, словно не было низенькой мастерской, дождя за окном, этих длинных провинциальных будин. Мы сразу встрепенулись, заговорили, зашумели, счастливые и радостные. И Виктор улыбался, радостно смущенный. Борисов Мусатов скончался в Тарусе 26 октября 1905 года. Ему было 35 лет. На его могиле сделал памятник его земляк, известный скульптор Александр Матвеев. Это место в Тарусе зовут Мусатовским косогором. А теперь давайте еще раз окунемся в ностальгический мир Борисова Мусатова. Апреля 1745 года в Москве родился Денис Иванович фон Визин, русский литератор екатерининской эпохи, создатель русской бытовой комедии. Фон Визин сыграл большую роль в моей судьбе. Если бы не он, многое в моей жизни сложилось бы иначе.
Закончив курс театральной режиссуры в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, я был по распределению направлен в город Великие Луки для постановки дипломного спектакля в местном театре. Пьесу для постановки выбирал не я. Она была назначена театром. И это была комедия фон Визина «Недоросль», ненавистная мне со школьной скамьи. Вот ее как раз театр и выбрал в качестве иллюстрации для школьной программы по заказу учителей школ города. Пьесу «Недоросль» мы проходили в 8 классе. И никто из моих одноклассников не считал ее смешной, эту комедию. А от выспренных, длиннющих монологов положительных героев всех клонило в сон. Я считал «Недоросля» самым скучным произведением школьной программы. И вот эту вот скукоту мне и нужно было ставить в качестве дипломного спектакля, демонстрируя свое режиссерское мастерство. Я был в унынии и не мог заставить себя прикоснуться к этой пьесе, чтобы перечитать ее. Так я дотянул до самого поезда, который должен был вести меня в пункт назначения, город Великие Луки, в течение суток, останавливаясь у каждого столба. Я ехал в полупустом плацкартном вагоне, и, выпив стакан припасенного в дорогу портвейна, решил приступить к прочтению пьесы. С первых же страниц на меня напала такая скука, хоть вешайся. И тогда я достал из чемодана другую книгу, режиссер Мирхольд Рудницкого, недавно приобретенную, и углубился в рассказ о творческой биографии великого режиссера. Сонливость как рукой сняло. Мне было очень интересно. Меня удивляли те неожиданные решения, с какими подходил Мирхольд к прочтению классических пьес. Это возбуждало мою фантазию, соответствовало моему стремлению к оригинальности, необычности. То, как Мирхольд расправлялся с Мольером, Лермонтовым, Гоголем, Островским, приводило меня в восторг. Возможность по-хозяйски относиться к пьесе, менять ее, дорабатывать, усиливать наиболее яркие места и минимизировать то, что казалось неинтересным, меня очень вдохновляло. Находясь под влиянием Мирхольда, вдохновленный им, я вернулся к «Недорослю» с твердым намерением превратить скучную комедию в увлекательное зрелище. Прежде всего, нужно было сократить пятиактную пьесу до двух актов. Это было сделать нетрудно. Архаическая комедия грешила длиннотами и повторами. Но главной моей задачей было создать смешное сатирическое представление, критика которого была бы направлена не столько против фонвизинских персонажей, невежд и самодуров, сколько против стереотипов и штампов школьной программы с ее упрощенно-вульгарным толкованием литературы. Я увлекся сочинительством и не заметил, как наступила ночь, и света тусклой вагонной лампочки мне явно не хватало. Пришлось прерваться и немного поспать. Утром, прибыв в Великие Луки, я чувствовал себя на подъеме. Хандра прошла. Было осеннее дождливое утро. Автобус довез меня до центра города, и я увидел театр. Это было типичное здание провинциального театра в купеческом стиле. Желтый дом с белыми колоннами. В вестибюле неприятно пахло туалетом, хотя каменный пол сверкал недавней уборкой. Навстречу мне вышел главный режиссер Свистунов. По возрасту годился мне в отцы. Мне тогда было 24 года. Он повел меня показывать театр, и я спросил о неприятном запахе. «О, это наша беда», – сказал Свистунов. «Грунтовые воды содержат сероводород. Они подходят очень близко и смешиваются с канализацией. Ничего не можем сделать, мы привыкли. Через неделю к этому запаху привык и я, тем более, что меня поселили в комнате, находящейся прямо в театре. В соседних комнатах проживали молодые актеры. Едва поселившись, я вернулся к работе над пьесой». Через 2 недели моя инсценировка «Недоросли» была готова, и я приступил к репетициям с актерами. По городу поползли слухи о хулиганской постановке, которую готовит молодой формалист из Ленинграда. Еще задолго до премьеры учителя запретили своим ученикам посещать этот спектакль, вредный спектакль. И в день премьеры поэтому в зале собралась исключительно взрослая публика. К сожалению, в 70-х годах еще не было бытовых видеокамер, видеомагнитофонов, они появились в России только в конце 80-х. Поэтому спектакль сохранился в моей памяти, и я постараюсь коротко вам о нем рассказать. Спектакль был музыкальным и шел в сопровождении театрального оркестра. Музыку к нему сочинил я сам. У меня уже был опыт. Я писал музыку к спектаклю «Винни-Пух и все-все-все» для Ленинградского малого драматического театра. В зале гаснул свет, и со сцены раздавался многоголосый храп. Сцена освещалась. На ней был двухэтажный дом Простаковых в разрезе, то есть без четвертой стены. Его обитатели, находясь каждый в своей комнате, предавались сну. Раздавался крик петуха, и начиналась музыкальная увертюра, сочиненная на основе русской народной песни «Помню, я еще молодушкой была». Персонажи просыпались и приступали к своим делам. Митрофан, держась за живот, спешил к деревянному сортиру, находящемуся прямо на сцене, и закрывался в нем. Затем, кряхтя, отвечал на вопросы родителей. «Что ты съел, Митрофанушка?» – спрашивала его госпожа Простакова по тексту пьесы. «Да не помню подовых пирогов, не помню 5, не помню 6», – тужась отвечал он.
Это было грубовато, но соответствовало тексту пьесы и вызывало смех в зрительном зале. Митрофан вообще был грубым и хамоватым парнем. Тискал дворовых девок, соответствуя своей реплике, ставшей цитатой «Не хочу учиться, а хочу жениться». Его дядя, господин Скотинин, был громкоголосый, здоровенный детина, который водил с собой на привязи злющую свинью. Свинью играл молодой артист, для которого был сделан специально толстый костюм розового цвета, на ногах и руках копытца, а на голове свиное рыло. Он ходил на четвереньках, хрюкал и бросался на всех, как злая собака. Скотинин был неразлучен со своей свиньей и даже усаживал ее рядом с собой во время обеда у Простаковых. Положительные персонажи были снабжены другими эксцентрическими деталями и манерами. Например, красавца Милона в ладно сидящем офицерском мундире и белом парике сопровождал пожилой солдат-денщик, который при помощи нескольких щеток постоянно чистил его костюм и сапоги, в то время как его хозяин разглагольствовал о чести и долге, изящно поставляя для чистки руки, ноги и другие части тела. А когда прямо из зрительного зала появлялся носитель передовых идей «Стародум», к нему из-за кулисы навстречу выезжала походная трибуна на колесиках с графином и стаканом, бюрократический набор. С этой трибуны Стародум произносил свои высокопарные нравоучительные монологи, напоминая персонажей Аркадия Райкина. Спектакль представлял собой пародию на схоластические школьные учебники, которые вместо того, чтобы прививать любовь к литературе, отвращали от нее. И это понял зрительный зал и принял спорную точку зрения режиссера. Это был первый за последние 10 лет спектакль, вызвавший в городе интерес. К нам даже приезжали корреспонденты из Москвы, чтобы написать про спектакль и взять у меня интервью. А дальше случилось следующее. Директор театра, который находился в конфликте с главным режиссером, договорился со своими друзьями из городского начальства, что того отправят на пенсию, а меня назначат исполняющим обязанности главного режиссера. «Вы будете самым молодым главным режиссером в стране», – радостно заявил он мне. И я готов был прыгать от радости. «Сделаю театр таким же знаменитым, как по невежеству», – мечтал я. Но моим мечтам не суждено было осуществиться. Главный режиссер, прознав о планах директора, договорился, в свою очередь, со своим приятелем, городским военкомом Великих Луг. И тот призвал меня на срочную службу в ряды вооруженных сил. Я пошел служить. Таким образом, главный режиссер избавился от меня, а я – от Великолукского театра, работа в котором могла бы меня засосать, и я, возможно, никогда бы не пришел в кино. Таким образом, Денис Иванович Ван Визин сыграл огромную роль в моей карьере. И спасибо ему за это. Мой недоросль и работа в Великолукском драмтеатре имели для меня еще одно очень важное последствие. Во время спектакля оркестром управлял заведующий музыкальной частью театра Леонтий Филиппович Амелин, с которым у меня сложились близкие и дружеские отношения. Я часто бывал в его доме и хорошо знал его семью. Его дочери Ирине на тот момент было лет 10-12. Впоследствии она вышла замуж и поселилась в Царском селе под Петербургом. Моя встреча с ней произошла совершенно случайно в конце нулевых годов нового века. Я тогда готовился к съемкам своего нового фильма «Не думай про белых обезьян» и навещал своего соавтора Вячеслава Лейкина в Царском селе. Он писал стихотворные диалоги к фильму. Прогуливаясь по городку, я проходил мимо двухэтажного загородного дома, когда меня с крыльца окликнула женщина. Это была Ирина Амелина. Я ее, конечно, не узнал, прошло много лет, но она меня узнала, пригласила в дом, познакомила с мужем, рассказала о своем житие-бытие, и через некоторое время там появилась ее дочь Ивета. Рыжеволосая, статная красавица, хохотушка, со звонким голосом, живая, непосредственная в общении. А я в тот момент искал исполнительницу для второй по значимости женской роли в фильме. И когда я увидел Ивету, я понял, что это именно та, кто мне нужен. Я пригласил ее на пробу. Пробу Ивета прошла легко, непринужденно, свободно. Я ее утвердил на роль и снял в фильме. Ни разу об этом не пожалел, в чем вы можете убедиться, увидев эпизод из картины «Не думай про белых обезьян». А вот и Вова. Легок на помине. Давить бы их еще на пуповине. Им только бы без дела прохлаждаться. А вам-то что? Да кофе не дождаться. Бабуля, кофе вредно. Лучше пуля. Привет, какая я тебе бабуля. Опять я напоролся сгоряча. Не кофе, а ослиная моча. Не знаю, не пила. Их принцип понят. Три чашечки с одной заварки гонят. Про три пенсне. Видал, как я кладу? Ого, да ты с клиентом не в ладу. Достали. Все с претензиями, с форсом. Не кофеем бы их, а хлорофосом. Клиентом прав всегда, без возражений. Без этого не будет достижений в торговом деле нашем никогда. С
Запомни, посетитель прав всегда. Иначе никогда не станешь профи. Учись, пока я жив. Отличный кофе. Напиток бодрости, любви, прогресса. Мне капучино. Мне двойной эспрессо. Американо. Вкусно и полезно. Ваш капучино. Ах, весьма любезно. Двойной эспрессо. О, благодарю. Я людям наслаждение дарю. Отличный кофе, крепость, градус, марка. О, боже мой, беда. Сломалась кофеварка. Должно быть, нагреватель перегружен. Снимаю аппарат, он здесь не нужен. Что, не приходишь? Не найти предлога? Да нет, не потому, работы много. Не ходят, к себе не позовут. Да я бы пригласил, но там живут. Не поняла. Художников позвал. Культурно разрисовывать подвал. Эй, аккуратней. Не ошпарь за дочка. Художница? Нет, дворничихи дочка. Приходит после школы убираться. Там грязи тьмы, приходится стараться. Понятно. Стоп, одежка-то моя. Откуда? Да, нашла среди тряпья. Вон меточка, гляди. Левее чуть, вот здесь, где у людей бывает грудь. Не как мадам о молодости грезит. Носите на здоровье, если влезет. На этом мы заканчиваем 26-й выпуск программы и ждем вас в гости на 27-й.